Рыболовное судно «Пума» спустили на воду во Владивостоке. Компания «Восход» заказала это судно в рамках программы инвестиционных крабовых квот, известной также под названием «Квоты под киль». Я поздравляю «Восточную верфь», а также нашу компанию «Восход» с завершением корпуса 505-го заказа проекта 03141. Я хочу пожелать «Пуме» бесперебойного дооборудования и скорейшего выхода на промысел. Судно предназначено для добычи и перевозки живого краба. Его также можно использовать как ярусалов и креветколов. Восточная верфь уже имеет опыт постройки подобных судов для других заказчиков. «Пума» уже пятое судно, которое построили по программе «Квоты в обмен на инвестиции». Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.